Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда RombiP, и сегодня мы будем играть в игру Geometry Dash Sub-Zero. Если этот ролик наберет 5 лайков, то я буду снимать Geometry Dash Lite. Вот я только что скачал Geometry Dash Sub-Zero, и я делал ролик тоже по Geometry Dash, но он только не записался, он сбросился. Ну что, мы начинаем. Блин, а это просто у меня палец не сработал. Так. Блин, 12 прошел. Блин, а! 13. Это очень сложно. Для кого-то это легко, но для меня это сложно, потому что я новичок в Geometry Dash. Блин, да это вообще 8-я попытка моя сейчас. На этом же месте. Всегда на этом же месте. У меня всегда такое. Так. Блин, у меня 19. Это что это такое? Просто не понимаю. Я только до 15 прохожу. Блин. Только одну пройти. Я как-то не понимаю сейчас рекламу. И мы продолжаем нашу игру. Только что 19-й начал идти. Процент 19-й и сразу умер. Ну это вообще я не понимаю. Стойте, давайте сейчас второй пройдем. На 6 звездочек. Подождите. Я сейчас вот... Ну все. И вот этот очень сложный. Thank you.
Давайте третий попробуем просто. Ой, уже тут. Мне сразу 8%. Блин, вот это. Давайте самый сложный. А это и есть самый сложный? Тут Power Creep. Это же я проходил. Давайте самый первый, что ли, пройдем. Подождите, я сейчас выберу своего квадратика. Я выберу. Давайте вот такой вот цвет возьмем. Так, лед у нас. Да, все недоступно. Давайте. Я сразу. Это реклама. Мы начинаем сейчас играть. У меня просто не получается иногда проходить с Geometry Dash. Реально он сложный. Сейчас последний раз, мы уже начинаем заканчивать. Давайте сейчас. Наш ролик уже заканчивается. У нас заканчивается время. С вами был Ромпей. Всем удачи. Всем пока.